большому селу, новый детский сад и обновленную дорогу. В Саратовском районе строят социальный объект, который, как ожидают чиновники, даст толчок к развитию населенного пункта. Темпы строительства оценил губернатор. Подробности в сюжете Юлии Шишкиной. Эта стройка сейчас главный источник новостей в селе Рыбушка Саратовского района. С начала августа здесь возводят новый детский сад, и стены растут буквально по дням. Строители с гордостью показывают губернатору строящиеся помещения. Здесь разместятся 4 группы, 2 музыкальных и 2 спортивных зала, кабинеты для логопеда и психолога, пищеблок, прачечная. В каждой игровой комнате положат теплые полы. Здание сможет принять 80 детей от 3 до 7 лет. Идет строительство полным ходом второго этажа. Второй этаж перекрывается, ведется благоустройство параллельно. Первый этаж у нас полностью остеклен, значит, ведутся отделочные работы, котельная новая, в общем-то, модернизируется. Сроки сдачи детского садика, ну, мы для себя определили 10 декабря, но реально, я думаю, что мы к 25 декабря детский садик сдадим. Здание, которое сейчас приспособлено под детский сад, давно не отвечает современным условиям воспитания дошкольников. Да и принять всех желающих не в состоянии. Немало семей переехало в село по программе переселения соотечественников. С новым садиком ждать своей очереди на тарелку манной каши и кроватку детям из Рыбушки больше не придется. Хотели поблагодарить вас за то, что у нас происходит в нашем селе такое важное событие, как строительство детского сада. Если есть детский сад, значит, село живет. Строительство детского садика в Рыбушке обойдется в 52 миллиона рублей. 3 источника финансирования – федеральный, областной и районный. Рядом расчищено место под спортплощадку. Оборудование уже закупили в Москве. Возможно, добавится и местный колорит. А здесь ваших предпринимателей можно попросить бы сделать с искусственным покрытием небольшую такую площадку для мини-футбола, ребят. Это ж нет, то на первый случай можно такую сделать. Посеять траву хотя бы тогда. Она быстро войдет, если поливать ее. Будет тоже нормально. Все, и глядишь, так вот. Центр культурно-спортивный живет здесь у вас. В Рыбушке сегодня проживают более 1000 человек, и попасть сюда можно единственным способом, преодолев 25 километров от федеральной трассы. Дорога на Рыбушку – главная на юге Саратовского района и проходит через несколько сел и военный полигон. В этом году дорожное полотно, которое за 30 лет ни разу капитально не ремонтировали, дождалось обновления. 8 километров до полигона отремонтировали основательно. Еще на 18 километрах ограничились ямочным ремонтом. Конечно, это огромное спасибо. Обеспечили проезд сегодня. Нам принципиально важно, что такие большие населенные пункты сегодня имели сообщение как с районным центром, так и, прежде всего, с областным центром. Власти Саратовского района надеются, что обновленная дорога потянет за собой и развитие сельского хозяйства. Так что и строительство животноводческой фермы в селе Малая Рыбка пойдет быстрее. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.